славится своим чаем. В настоящее время более 1000 сортов чая претендуют на звание знаменитых. Но по-настоящему знаменитых среди этого чайного разнообразия не очень много. В сегодняшней программе «Китайская цивилизация» мы расскажем о самых популярных сортах чая в Китае. Во-первых, это чай Лунцзи из города Ханчжоу. Когда-то это было просто имя местности, где брал свое начало небольшой ручей. Но сегодня это слово для любого китайца означает сорт чая. Его выращивают в деревне Лунцзин, близ города Ханчжоу в провинции Чжэцзян. Лунцзин – это общее название, к которому относятся четыре вида – Шэй, Лун, Юн и Ху. Лучшим по качеству считается чай Шэй. Чай Лунцзин относится к группе зеленых чаев, которые получают с технической обработкой чайных листьев. Он известен благодаря своему зеленому цвету, густому аромату, терпкому вкусу и форме листьев. Но хороший чай требует хорошей воды. Чай Лунцзин и источник Хубао являются отличительной особенностью города Ханчжоу. Вода из источника Хубао содержит значительное количество органических индритов и сравнительно небольшое количество растворимых минералов, что благотворно сказывается на вкусовых качествах и аромате чая Лунцзин. При заваривании чая можно использовать стеклянную посуду, поскольку она позволяет наблюдать, как постепенно разворачивается и начинает опускаться на дно чайные листья. Во-вторых, это чай Би Ло Чунь из города Сучжоу. Выращивают его на горе Дунзин, на берегу озера Тайху.